международного конкурса эстрадно джазового вокала Music Park. Три отборочных дня прошли, ребята репетировали, и сегодня финалисты окажутся на этой сцене. Написано, это моя жизнь, это смысл моей жизни. Вот это и моя дочь. Перевозите ребенка в Москву, что я могу вам сказать. До свидания, когда мы не уедем. Все, уже. Пожалуйста, друзья мои.
Это финалистка всех конкурсов. Всех международных конкурсов. Всея Россия. Всея планета. Маргарита Позаян, скажи несколько слов. Что вы чувствуете сейчас, когда вы стоите вместе со своей подопечной? Я себя чудесно чувствую. А что ты убежала? Я себя прекрасно чувствую. Моя задача соединять. Супер! Все, тогда пошли репетировать, а мы myself. Делай, что хочешь. Вообще не против. Это мы любим. Да, поэтому я просто... Мне чувствуется, что ты немножко сдерживаешь себя. Не сдерживай. Если тебе есть желание, не делай. Я сама когда-то взяла гран-при, мне было тогда 14 лет. И жюри было практически в таком же составе. Гран-при первого открытого международного конкурса эстрадно-джазового вокала Music Parking. София Аспехнега! Я думаю, что это впереди большое будущее. Вы согласны с меня?